На войне не боятся только дураки, я вам скажу чисто откровенно. Наверное, знаете, наверное, самый был страшный момент, это мы с Динамитом полезли в Зеленку, и мы знали, что мы совсем близко к сепарскому блоку, но они нас не видят. Плотно закрыты Зеленкой, должны были высмотреть мины в окружении блока. И в какой-то момент Динамит ушел в сторону. То есть, когда я обернулся, я понял, что я лежу один. Вот осознание, что ты там рядом без прикрытия, что твою спину никто не прикрывает, что ты сам рядом с сепарским блоком. Да, наверное, в этот момент было в первый раз, ну, не то чтобы страшно, а, наверное, большое ощущение опасности. Страшно, когда свистит. Ну, вот первый раз может быть страшно. Может быть, оно непонятно страшно. Когда второй раз над тобой свистит, это тоже страшно. Когда не свистит, я блок пересекал нейтралки. Тоже страшно. Как бы без оружия, без ничего. Просто едешь, потому что едешь. Ну, от страшно, я, мабуть, всім завжди казала. Це було дуже страшно 17 червня. Це день, коли Надя Савченко потрапила в полон. Ми перед тим потрапили в засідку. І коли 3 години вас п'ятеро і на вас іде 60 чоловік, у вас бій буквально 4 метри один від одного, тоді, да, правда, в мене істеричний сміх одразу починається. Але тоді було страшно. Тоді вже дійсно прощаєшся з усім і думаєш, чи воно варте, чи не варте те, що переживе сім'я. Ну, мені, наприклад, було так дуже страшно мені було, коли я побачив, що перетворилася моя машина, саме те місце, де я, ну, де я сидів, мав сидіти. От. Потім я зрозумів всі ці наслідки, що могло бути. От. На щастя, саме в цей момент мене там не було. Ну, коли кроють, то непосередньо по тебе кроють. Коли ти просто ждеш, коли, то есть, прилетить твоя лепешка. И все, когда оно, то есть, когда оно где-то там со стороны метров 500 от тебя бахает, то, в принципе, ничего к этому привыкаешь. А когда непосредственно по тебе и долго, это страшно, самый страшный момент. Когда просто ждешь, молишься и ждешь, когда тебя убьют. И сделать самое страшное, что ничего не можешь. Просто ничего, просто ожидаешь своей смерти.